номер 27 работает в Химках больше 6 лет. За это время ее ученики стали победителями многих олимпиад и конкурсов, а преподаватели постоянно посещают курсы повышения квалификации. Посмотреть, как проходят уроки, пообщаться с преподавателями приехала сенатор Совета Федерации Ольга Забралова и глава городского округа Дмитрий Волошин. В первую очередь гостям показали, как проходят занятия по робототехнике. На уроках дети собирают роботов, а затем программируют их. Потом они сядут за компьютер, естественно, не сегодня, а урока через три, потому что это очень мелкая, кропотливая работа. Запрограммируют. Вы на базе Лего делаете, да? Да. Ага. Вот запрограммируют. А что вы собираете? Каких роботов, что им делать? Ребята собирают робота на протяжении всей четверти, а в конце защищают проект на специальном полигоне. Во всех классах школы стоят интерактивные доски, которые позволяют сделать обучение комфортным и интересным. Мы дальше просто выполняем сложение дробей. Гордость школы – танцевальные и физкультурные классы. На дополнительные занятия по хореографии ходит каждый второй ученик. А для тех, кто планирует связать свою жизнь со службой, в школе открыли кадетский класс. Ученики изучают строевую подготовку и учатся маршировать. Я приехала пообщаться с учителями, потому что я хотела узнать о том, как они начали новый учебный год, какие у них есть трудности, сложности в хорошем смысле. Мне было очень приятно пообщаться, потому что мы обсудили и результаты, и достижения, и обсудили планы, задачи на этот год. Какие программы востребованы, что было бы интересно учителям по повышению квалификации. В этой школе обучаются дети с расстройством аутистического спектра. Для этого оборудовано несколько специальных кабинетов. Дети рисуют, лепят из пластилина и занимаются на специальной интерактивной доске. А для расслабления и развития мелкой моторики оборудована сенсорная комната. Для ребят, которые пришли у нас не в настроение, они чаще всего используют так называемое гнездо совы. То есть его принцип заключается в том, что ребенок туда прячется, ему там тепло, темно, его никто не трогает. То есть он уходит в состояние, когда он еще был в утробе матери. То есть он возвращается туда, то есть он полностью успокаивается. Для занятий мы используем утяжелители, тоже опять же для наших ребят, потому что они не чувствуют себя. И благодаря этим шарфам мы их успокаиваем, утяжеляем. Дети себя чувствуют более спокойно. Дмитрий Волошин и Ольга Забралова отметили хорошую подготовку школы к началу учебного года. Сейчас в ней обучается больше 1500 детей и работает 92 педагога.